чуть отошли в сторону, а тут такой движ. Вот это жестяк. Это жестяк в натуре. Русик, а ты бы уехал, видишь? Да, места хорошие. Попылесосил, я немного нечистый. Да, смотри, как заросло, никого не было, да, трава выросла. Красиво, все-таки мы до него доехали. Саня, это карбон? Да. Охренеть, а было такое, да? Или это тюнинг? Да, все, уже ты не сможешь тут ехать. Я с тобой, Пашенька. Я тебя одного не оставлю. Давай, я тебя подсажу. Так, гольфброд пошел. Начинается жесть. Гоняют. Бородач вот здесь. Пашенька, я тут. Пашенька, не бойся. Подожди, я залезу незаметно. Возьми. Левее, да. Валит. Ого, посмотри, какая тут сажа. Как-то тут что-то тут поменялось за последние годы. А что, ты поедешь? Только подожди, мои вещи отдай. Валера, блин. Так, я бородач. Я не купил, потому что они меня это. Я не могу ездить уже. Я застрою везде. Хреново. Вообще, то есть, ну, блин. Я такое количество раз накупился, что... Жестко было, да. Так, ну это видео для тех, кто в формате Инстаграма любит посмотреть. Так, ну и еще одна часть, да? Не менее интересная. Ой-ой-ой-ой-ой! Что вам сказать, любители Инстаграма, вот такая вот фигня. Так, топовый контент начинается. Вот это неожиданно. Мы тут чуть отошли в сторону, а тут такой движ. Это жестяк.
Это жестяк в натуре. Русик, а ты бы уехал, видишь? Русь! Да, да. Я тебе сюжет спас. Миша, давай! Миша чувствует машину. Вот так, как жестяк. Вот это жестяк. Рот, с кузова лишний, говорит, тяжело, вес большой, прыгайте. Андрюха, бля, береги себя. А? Андрюха, там глубоко. Андрюх, тут деньги ищешь. Андрюха, сейчас он дергает, и упадет. Ну, смотрим, где будет. Телефон, главное, держи. Так, зацепили. Где квадрокоптер? Так, у него там подъехал. Ступенька хорошая. Да, неожиданно сюжет закручен. Да, неожиданный ход. Где ты, Макс, стоял? Он что тут снимает? Так, нормально. Такая траектория была выбрана новая. Из-за этого так получилось. Это двойная круг. Его хоть прицепить. Сейчас он опять нырнет. Да. Рука, там сзади есть тропа. Он и так выйдет. Выйдет. Выехал, да. И тянуть ничего не надо. Подтянули чуть-чуть. Да, интересное приключение такое. Это вы решили помыть, чтобы вообще все помыть, да? Пашу долго собирались вытаскивать. Тут сразу раз и все уже. Да. Что там? Там вода была в самолете? Нет. Нет, штаны пошли сухие. Вот, смотри, доски. А-а-а. Все, охеренно. Вот так, перчатки там намочил. Еще раз едем их. Давай с той стороны, там газик собирался поехать. Давай туда. Крис хочет домой по короткой опять лупануть. Ну это всегда интересно. Сейчас увидим, в общем.
спускается. Все спокойно, уверенно уехал. Да. Пока! Все, пока, ребята! Домой пока коротко это называется. Так, бородач будет. Просто последний раз он на Шишиге перевозил ЛуАЗ. Я знаю, чем это закончилось. Вот 69-й сейчас будет перетаскивать. Так, Унимог погружается. Что он хочет делать, непонятно. Нормальное кино начинается. Это он типа развернуться решил. Интересный сюжет. Решил развернуться. По-крутому исполняет. Осмелел нереально. Да, разворот в речке. Неожиданный ход. Так, ну и сейчас будет перетаскивание ГАЗ-69 на, ну, другой берег. Неожиданный поворот. Наверное, его глушите, пацаны. Он и не заводится. Так, пошла жара. Сейчас будет точно экшен. Экшен вот здесь основной будет. Собаку держи! Это жесть. Ну все, все нормально, доехали. Завелась. Кто очкует возвращаться по этому же маршруту, едут домой по короткой. Ну тут бывает, не всегда получается.
потихоньку не мог возвращается. Хотел меня утопить, но не получилось. Круто.